Центр детского, юношеского, технического творчества провел инженерный квест для работников промышленных предприятий Сарапула. В нем приняли участие 22 команды. Это семьи работников Сарапульского радиозавода, заводов «Эликонт» и «Ижевск-Химмаш», Сарапульского электрогенераторного завода, конструкторского бюро электроизделий 21 века. Как отмечают организаторы квеста, все участники проявили находчивость в применении знаний техники и IT-технологий. Этот квест был направлен на популяризацию инженерных профессий, на развитие заводских династий, ну и, конечно, привлечение ребят в наше объединение. Дети и их родители, участники инженерного квеста, смогли пообщаться с говорящими роботами, собственноручно сконструировать робота-уборщика из Лего, а также почувствовать себя программистами микропроцессорных плат Arduino. Хотелось бы выразить благодарность всем руководителям предприятий. Это Сарапульский электрогенераторный завод, Сарапульский радиозавод, Ижевск-Химмаш, Эликонт, КБ 21 века, а также нашим ребятам, которые принимали участие, помогали нам в реализации этого инженерного квеста «Заводимся». Победителем турнира стала семья Каданиных, представившая Сарапульский электрогенераторный завод, которая справилась со всеми заданиями первой.